соперник, друзей, которые уже так рано выполнили. И наши уже грамотно публиковали. Прошедшим вас годом, пускай Новый год будет более удачнее для всех вас нас. Произведем выстрел с пушки. Немножко тихо. Сейчас как артиллерия донская, это уже наше главное вооружение. Мы здесь не порвали. Это по-старославянски. Ну что, прежде всего у нас казаки, батарейцы. Владислав, Сергей, подходите. Вот, давай сюда. Грамоту, Сергей, порохом пропахнут еще. Грамоты ваши. Так, так, Владислав, прочищай пушку. Первая задача казака батарейца, это почистить пушку. Хорошенько. Вторая задача казака батарейца. Сергей, бери ядро. Закатывай ядро. Хорошо, казак батареи служил в российской армии. В каких войсках служил? Пограничник. Погранвойска. Что ж такое? Казак пограничник говорит, ядро не закатывается. Точно! Проверь, нет. Ядро ковал. А ну можно всего вот это приковать немножко, чтобы она немного попробовала влезть. Что? Да, все проверить. А мы вот. Там с другой стороны ось есть этот запальник. Где запальник засовывал? Там засовывал, да. Да, чем-то не казаки батарейцы говорят, ядро не закатывается. Да действительно, ядро не тот калибр. Но ядро у нас старинное, 200 лет ему уже. 200 лет не закатывается. Потому и живо. Так, батареец, казак Сергей, бери наше ядро. Раз не подошло старинное, есть у нас свое ядро. Бери наше ядро. Подошло? Владислав, затолкай. Ну, слава богу, почистили, нашли ядро, закатили. А теперь хозяйки домашнего чая, казачки, подходите. Печку стопили, вареники. Так, хозяюшки наши. Так, пошли. Да, да блин, я ж снимаю. Она снимает. Казачка же должна поджечь поджиг. Так, казаки у нас заряжали, закатывали. Хозяйка очага домашнего. Так, держите. Огниво. Так. Что, закончился порох в пороховнице? Есть еще порох. Это хорошо. Так, хозяйка очага домашнего, подходи поближе. Так, ну казак, ладненько, кузнецы. Давайте, идите. Так, казачка, держишь. Хозяйка домашнего очага, ложи сюда руку. По команде огонь, подносите ему телефон, что это целое. Ну что, слава богу, наконец-то. Ну что, спасибо. Итак, в честь наших новых казаков-казачек, славного Ростова-на-Дону, который поделился с нами своими казаками-казачками, пополнил наш хутор Пухляковский. С Новым вас годом! Скажем дружно... Огонь! Огонь!